Юшкевич. Здравствуйте, у меня очень тонкие и редкие волосы. Подскажите, пожалуйста, какую можно носить стрижку и как делать укладку? Каждый день носить накладные волосы уже надоело. Очень прошу помощи, заранее благодарна. Анечка, я вас очень понимаю. Смотрите на мои волосы, они тоже достаточно тонкие. Что я советую? Какая стрижка? Самое главное, вы знаете, есть... Чтобы так, я вас, к сожалению, не вижу, объяснить. Есть вот стрижки с ровным срезом. То есть, когда волосы все одинаковой длины. Вот нам с вами, владельцам тонких волос, такие стрижки не подходят. Потому что наши тоненькие волосики, вот они все такие висят, грустно, без объема. Нам нужны стрижки с разной длиной волос. То есть, чтобы вам парикмахер ваш простригал. Видите, вот у меня у лица одна длина, здесь другая. И что происходит? Тонкие волосы, когда они... разной длины, они выглядят гораздо более пышнее и объемнее. Вот это наше спасение. Нам нужно вот такие каскадные стрижки, выстригать окошки обязательно у лица. Это позволит нашим тоненьким волосам, будет казаться, что их больше, что они объемнее, и не будет видна эта проблема. Ну и опять-таки наш помощник — это снова сухой шампунь, или сейчас еще продаются пудры для объема волос. Мы их наносим только лишь на корень. И что происходит? У нас волосы от корней поднимаются. То, чего не хватает тонким волосам, да, им не хватает густоты, чтобы вот создавать эффект, что прям вот много-много волос. А так попшикали, и такая уже грива получается. Так что попробуйте, я надеюсь, что вам поможет.